еще в одной акции, экологической, приняли участие представители Заокского студенческого городка. В центр «Заокский волонтер» с просьбой помочь убрать мусор обратилась жительница села Велигош Тульской области. В апреле с таянием снегов в селе обнаружились неприглядные кучи мусора, оставленные дачниками и туристами. А в этом населенном пункте в основном живут пенсионеры, которым с такими стихийными свалками справиться не под силу. Потому и позвали на помощь отзывчивую молодежь Заокского студенческого городка. Инициаторов в проведении экологической акции в селе Велигош поддержала администрация сельского поселения Страховское. Помогли перчатками, мусорными мешками и транспортом для вывоза мусора. Был выделен автобус и для волонтеров. Мусор собрали в центре села, на берегу пруда и вокруг Богородицы Рождественского храма. Всего 170 мешков. В акции чистоты приняло участие 26 волонтеров Заокского студенческого городка.